Уважаемые подписчики, я сейчас нахожусь в магазине «Ашан» на Пулковском шоссе, город Санкт-Петербург. И здесь на входе выставили стоечку к 14 февраля, ну и к 8 марта. Здесь есть посуда и кое-какие товары для дома. Давайте посмотрим. Губки на присоске за 139 рублей. Умные мишки за 1300 рублей с сердцами в разных цветах. Здесь есть влюбленные зайки за 399 рублей. Пакетик. Ручки со светом за 89, всевозможные. Книжки записные 89, 100 ли 100. Ручки сердца за 59. И самое интересное, здесь есть шарики, надутые гелием уже, 198 рублей. Открытки за 24 рубля с сердечком. Копилка мышь 99. Жирные пакетики 59. Большие мини-открытки за 12,81. Смотрите, какая шикарная стойка для продукции компании Рафаэлло. Это что-то с чем-то. Здесь выставлены подарочные наборы, приуроченные к 8 марта и к 14 февраля. Вот здесь всевозможные конфетки, свечи. Набор форм в виде сердца 88 рублей. Они изготовлены из пластика. Здесь 5 салфетки, одноразовые стаканчики. И подушки. Красивая фужера для вина 131 рубль, производство Москва. Большие кружечки 250 мл, 108,79, это производство Гусь Хрустальный. Розовые стаканчики 63,25 в тон к бокалам. Всегда Ашан делает очень красивую выставку, приуроченную к праздникам. Смотрите, как красиво фужеры смотрятся, розовые. Интересная Московская область производит их. Круглые вазы 14×18, производство Китая, у них стекло. Имитирует такую паутинку. Это интересные вазы, тоже 54 сантиметра, 517 рублей. И еще очень красивые вазы. Видимо, магазин Ашан решил все вазы выставить на входе, все, которые есть в наличии. Вот красивые, 333 рубля в виде бокала. Самая большая выставка сейчас в Ашане посвящена 23 февраля. Здесь вы найдете абсолютно товары из всех категорий, одежды, товары для дома, инструменты. Косметические наборы от недорогих до таких небюджетных совсем. Вот на Неве, например, 700 рублей. 259 рублей набор Гарнье. Шаума тоже бюджетный, 199 рублей. Например, набор Old Spice 299. Полотенца в чисто, конечно, мужских расцветках. 50 на 100 стоит 170 рублей. Производство у них Индия. 70 на 140 стоит 439 рублей. Здесь другие расцветки производства тоже у них Индия. Набор рыбалка, плед плюс подушка за 1500 рублей. Иваново производит этот набор. 40 на 40, две штуки подушка и 1,50 м на 2 плед. 372 рубля декоративные подушки 35 на 35. С машинками. Есть еще плед и подушка вот в такой расцветке. Здесь подушка 211 рублей, плед 701 рубль. За 448 рублей можно приобрести подушку-игрушку в виде рыбы. Производит тоже наша любимая Ивановская область. Здесь есть разные виды рыб. Кто какую больше любит. Можно поискать здесь и щуку, и карася. Всякое разное, но все они стоят 441 рубль. Вот эти емкости пищевые были в прошлом году. 161 рубль, 700 миллилитров. Здесь еще наборы пивная кружка и пепельница. И еще стопочки 432 рубля. По шабахче стаканы для пива 157 рублей по 300 миллилитров. Стопочки люминарк 162 рубля. И стопочки по шабахче 223, 6 штучек. 61,71, 250 миллилитров. Литров стаканы, рожденные в СССР. И здесь огромное количество, большой выбор пивных кружек. Напомню, в магазине Фикспресс пивные кружки тоже есть по 77 рублей. Они там стоят. Мужская литая сковородка 28 сантиметров 2036 рублей, между прочим. Подходит для всех типов плит. Есть здесь и креативные штуки. 532, открывалка для бутылок. Ящик для пробок. Они тут разные есть. Туда можно складывать пробки для женщин от вина и пива для мужчин. Ящики для бутылок. Прихватки и рукавицы 229. И небольшие полотенчики тоже здесь есть.
халаты, тоже производство Индия под брендом Актуал, 1225 рублей. И если вы любитель подарить кружку на праздник, для вас эта выставка самая топ. Посмотрите, какое количество всяких разных кружек, но меньше 100 рублей здесь ничего нет. Кружечка для охотников 117 рублей, для любителей футбола, для тех, кто просто патриот своей страны, военнослужащие. Наборы кораблик тоже, помню, в прошлом году 604 рубля. Здесь заварочные, шарик такой для заварки, тарелочка для заварки и кружка. Каны для джентльменов. И кружечки в подарочной упаковке 183 рубля. Ну а здесь уже выставка для настоящего мужчины, что нужно для счастья. Баллон пива, мангал, раскладной столик, и ваш муж будет абсолютно счастлив. Мангал стоит 4800, простенький мангальчик. Вот такое кресло для кемпинга, 774 рубля. Первый раз вижу вот такую жаровню, 599 рублей. Отличная штука для морепродуктов, овощей с антипригарным покрытием. Еще и складная ручка. То есть у нее в основании дырочки. Классная штука. Рядом противень гриль, 1179 рублей. И решетки гриль на любой вкус. Конфетки на палочке, кстати, были тоже в прошлом году. 35-32 рубля. Здесь самолетики, пистолетики. Если хотите коллегам небольшой презент преподнести. Трюфели Самаретто от компании Победа. И есть даже вот такие конфетки. Сообразим на троих, 88 рублей. Набор для рыболовов сладкоежек, 176 рублей. И классические шоколадки в виде танков, пистолетов и снарядов. Также в магазине Ашан сейчас выложен уже кое-что ассортимент для сада. Например, вот горшочки для рассады, их цены. Лук Сивок Штутгарт Unreason 92,91 за полкило. Торфяные горшочки различных размеров. Цены тоже указаны, большое количество их выложили. Знаю, что вот этот набор мини-сад 7 горшков плюс поддон 73 сантиметра очень популярен. 256 рублей он стоит здесь. И транспортная кассета 20 горшочков 162 рубля. Мини-парник 43,64, он идет без таблеток. Набор мини-сад есть еще на 5 горшков, он поменьше, стоит 179 рублей. Очень удобно ставить его на подоконник. Таблеточки торфяные 49,39. Вот еще дешевле, мини-парник 39,86. Как всегда, традиционно за 2 рубля семена в магазине Ашан. И буквально завтра я выложу, или в воскресенье, ролик из Оби, где семена есть за 1 рубль. 1 рубль 30 копеек, там дешевле, самые простенькие семена. За 49 рублей еще есть мини-парник с двумя кассетами внутри, по 6 штук. И 51 рубль кассета на 54. Чины для луковичных стоят 30 рублей здесь. Всевозможные опоры. Не вижу луковичных растений пока в магазине Ашан. Только лук Сивок и семена. Розы здесь от Кутепова 199 рублей. В магазине Оби 149 рублей сейчас завезли из Латвии. Пионы 211 и гортензия 399. Самые дешевые перчатки 21,50. Есть и перчаточки подороже. Горшок для фиалок 185. Сделано в России, кстати, не в Китае. Рун цветочный 5 литров 57,90. Если вы приобретете розу, то можно приобрести розу в коробке, то можно приобрести горшок для роз 19,85. Горшки бумажные для рассады 5 кассет 31,40. И торфяные горшочки 62,54. Всевозможные удобрения, подкормки и средства защиты растений. Тоже много всего. Всегда показываю энерген 52,39. Напишу вам цену, сколько он стоит в Оби. Русская жидкость по акции, видимо, 299 рублей. И нашла здесь за 14 рублей Гром 2 от комнатных мушек. В Оби, представляете, вывели из ассортимента. У меня много цитрусовых, они постоянно болеют этими комнатными мушками. В общем, здесь огромное количество стоек именно с удобрениями и средствами защиты растений. Грунт удачный, грунт крепыш. Ну и мини-парники.
Далее более подробно я обязательно сниму ролик с дачным ассортиментом. Сейчас пока, как я повторилась, нету луковичных, из кустарников только розы, гортензии и немножко пионов. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч!